Девочки, привет! Рада видеть вас на нашем канале «Материнство и вязание». И сегодня мы с вами будем вязать вот такие вот подставочки под кружки. Также можно использовать, как второй вариант, это украшение на елку. Можно сделать петельку здесь и подвесить, украсить тем самым елочку. Кто не смотрел большую подставку под чайничек, либо еще как просто сервировочную салфетку, то зайдите вот здесь вот по ссылочке, можно будет посмотреть. Вот. Также здесь я не буду показывать, как делать обвязку, это тоже можно посмотреть вот в этом ролике. Вот. Значит, нам понадобится плюшевая пряжа, полиэфирный шнур, либо трикотажная пряжа, зажигалка подпаять, оплавить кончики, да, и припаять прям можно к изделию. И крючок, если это полиэфирный шнур, то 4,5 я предложу, если это трикотажная пряжа, то 7. Ну что, поехали, давайте начинать. Thank you.
The tidings we bring to you.